Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют грибоведы! Вот сегодня 31 июля. Да, и всю ночь шел дождь. С вечера начался, всю ночь. Очень холодно. Ночью было минус 8. Плюс. Плюс 8. Было минус. Плюс 8 было, да. Да, и вот сейчас вроде раздуло, разъяснило. Мы решили все-таки поехать в лес. Да, в надежде, что нас не намочит. Ну все, будем смотреть, что тут есть. Ящерица. Ящерица это медянка. Так, что у нас тут желтеет на горизонте? Желтеет маленькая. Семейка лисичек. Ну все, растут пока. Ну и хорошо. А сейчас мы на краю ручья. Вот прям по берегу ручья идем. Вот там сам ручей. А вот здесь идет повышение. И такой ельник с березами. Ну пока грибов не видно, вот кроме этих лисичек. Будем смотреть. Ну, недели три. О, уже недели три вот эти лисички. Ой, господи. Желтые сыроежки растут. Растут, растут. Да, так вот они интересны тем, что они растут. Ага. Есть и старые, есть и молодые. Ну вот это молоденькие, смотри, какие красивые. Нет, червивенькие. Ну ладно, дальше смотрим. Ну вот, еще одно лесное, лесная диковинка. Какой-то квадратный столб. Ну, скорее всего, квартальный. И вот застрял между двух елок. Ну, елка-то одна. Судя по всему. И вот ее раздвоило. И этот квартальный столб, он как уж оброс деревом. Вот так вот. Ну, судя по всему, да, вот. Ну или не квартальный, но что-то было это. А может, был какой-то охотничье снаряжение. И с зарубками. Вот. Ладно. Сейчас идем на старую вырубку. Посмотреть. Еще раз посмотреть малину. Неделю назад были. Но малина еще была не совсем. Вот как сейчас будет. Ну вот. И здесь тоже конгломерат такой ям с приямками. Ну вот это, судя по всему, все-таки какие-то производственные сооружения. Для металлургического производства. Деревья. Ну, какие толстенные растут. Давно использовали. Последний раз. Вот. Ну, грибов пока не видно. А молодые причем? Да ты че? О, смотри-ка,
Точно, да. Молоденькие. Молоденькие. То есть вот ельник такой. Да, глухой ельник. Мокрый. Мокрый глухой ельник. Угу. Ну, собираем. Собираем. Молодые. Угу. Так это хорошо? Это хорошо. Ну вот, мы вышли на... О, малина. Вышли на просеку. Даже не просеку, а как это? Вырубку. Вырубку, да. Да. Так. И что мы здесь видим? Ага. Мы видим малину, которую никто не собирал. Да. Никто. Значит, будем мы собирать. Угу. Ох, сколько ее здесь. Сколько ее здесь. А лесная малина намного вкуснее и ароматнее, чем садовая. Конечно, одна. Меньше, конечно. Ну, что делать? Зато да, аромат и вкус намного больше и лучше. Ладно. Хорошо. Тогда собираем. Смотри, зарастает-то как уже. Вон елки-то пошли. Ух. Ну ладно. Замечательно. Ага. Очень хорошо. Так, что у нас? О, какие. Так, сейчас это вот убьем. Интересно, что нет, нет, а потом какая-то красивая ветка. О, это гимнопил проникающий. Растет вот на сосновых, на хвойном валежнике гриб. Считается даже ядовитым. Вот лучше его не собирать. Ну, видно его сразу вот такая гладкая поверхность. Желтые пластинки. Угу. Так, а вот неожиданность полная. Это ложный опенок серопластинчатый. Поздний осенний гриб начал расти. Хотя сегодня 31 июля. Вот так вот. То есть вот эти холода бесследно не прошли. И спровоцировали рост. Гефалома капноидес. Или гефалома головообразная. Вот так вот. Кстати, гриб съедобный. Жарить, варить, сушить, мариновать. Без предварительного отваривания. Да. Вот такие сюрпризы погоды. Ну, мы брать не будем, да, я думаю? А, в общую жарюху? Ну, ясно. Ладно. Ну что, как идет процесс? Ну, вот интересно. Пару слов для протокола. А, собираем. Она хоть и мелкая, но зато такая вкусная. Да, сладенькая. Сладкая, ароматная. Очень много еще зеленая. Так это же хорошо. Значит, да, это хорошо. Значит, завтра еще можно съездить. Да, ну не завтра, может. Ты видишь, думаешь, как? Вот нет-нет, и вдруг такая ветка красивая. Да-да-да. Нет-нет. И да-да. Ну, ясно. Я тоже уже все иду на эту сдачу. А-а.
За новым ведром. О, еще одно чудо. Дрожалки. Дрожалка оранжевая. О, какая. Тоже осенний вид грибов. Как холодец, как желе. О. Вот на валежнике елки на старом. И вон они прицепились. Так вот и растут. Очень интересно. Тоже гриб считается как бы съедобным, вплоть даже до использования в пищу в сыром виде, в разных салатах. Но что-то мы пока не проверяли. Ладно, заменим ведерко и продолжим сбор малины. Вот. Продолжаем сбор. Иной раз вполне такие кустики хорошие. Иной раз нету ягоды. Но собирать можно. Массив большой. Поэтому есть где походить. Есть что посмотреть. Вот, ягода сладкая. Уже пора. Вот здесь вот, на вырубке среди елочек молодых. Ну как разрушается древесина. Был чурбачок. И вот он сгнил, и прямо через него начинает лезть трава. О. Это кто-то копытом сбил, наверное. Наступило, оно лопнуло. То есть в трещину, я так понимаю, попадают семена. Влага есть, прорастает и растет. О, как цветет. Какой-то вереск. Вот. Это уже и брусничка загорается. Начинает краснеть. Но ее здесь немного. Для сбора вряд ли. Сюда можно приезжать или нужно. Так, отдельными пенечками.
Ох. Не удержался, чтобы не заснять. О, какой пенечек-то. И тоже, да, если посмотреть, видите, прямо из-под коры брусничка вылезает. Из-под коры, прямо из дерева растет. И вот тут вот в трещинке прям. Ох, какие красавцы. А вот интересное явление. Ходим, ходим, ничего такого и не видели. Вот это первый раз за сегодняшний день, да и за эти дни. О, семейка мухоморов прямо на муравейнике. Вот так вот. Мухоморы-то такие смачные. Еще не раскрывшийся, можно сказать. Вот так вот. И тут же прямо над муравейником кустик малины с ягодами. И муравьи их не взяли. Интересно. Пока еще не взяли. Ну, я думаю, возьму. Блять, плодородное место так. Ну ладно. Пусть мухоморы растут. Брать их не будем. Но факт интересный. Ага. Ну и вот еще какие-то грибы непонятного. Непонятные. О, судя по всему, это говорушка. Говорушка булавоногая, может быть. Вот эту большую посмотрим. Булавы не видно, но по форме пластинок таких нисходящих кто-то из говорушек. Вот, запах. Да, запах говорушечный. Пожалуйста, на открытом месте. На вырубке. Среди малины. Как-то так. Растет. Вот и все, кончился у нас день сбора. Потому что пошел дождь. Весь день простоял. А сейчас, как говорит, все, идите быстро домой. Вот мы идем. О, местная девушка. Достопримечательность такая. Ну-ка. Прыгни-ка, как ты умеешь. Оп. А кто тут? А вот лягушанцы. Да попрыгушистая такая. Вообще. Эх, дороги. Да.
Ну, ездят все равно. Вот. Это лесовозная дорога. Лес вывозят. Ну, что творится-то? Ух!